Копилка достижений омских спортсменов вновь пополнилась высокой наградой. Игроки омского «Динамо» завоевали чемпионство на первенстве России по футболу. Глава регионального Минспорта принял у себя героев, которые выступали в составе сборной Урала и Западной Сибири – Влада Бородина и Константина Ковальчука. Сопровождал их тренер, директор школы «Динамо» Анатолий Шароватов. Компанию им составил лучший бомбардир первенства России по другому возрасту Валентин Волошок. Сегодня у нас состоялась такая историческая встреча, что у нас ребята на первенстве России по футболу по своим юношеским возрастам стали победителями первенства России, воспитанники нашего омского футбола. Я думаю, что очень приятно и им, и руководителям футбола и спорта в целом, что, в общем-то, в таких видах спорта у нас тоже есть результаты, о которых можно говорить, которые можно транслировать. И я очень рад за ребят, что у них такой вот результат получился в этом сезоне. Дмитрий Крикорианц вручил спортсменам благодарственные письма Министерства спорта Омской области и, самое главное, золотые медали, которые доехали до Омска только сейчас. Юных футболистов поздравили с высокими спортивными достижениями и напутствовали их на дальнейшую жизнь, которую, к слову, все наши спортсмены связывают исключительно с футболом. Усилий было потрачено очень много, то есть очень старался в тренировках, на играх пытался проявить себя. Ну и вот, наверное, был вознагражден. Я хотел бы попасть в команду мастеров в первую очередь. Ну а там, ну, уже видно будет. «Динамо», играя вот 2 года подряд, побеждали сборную Урала. Но мы тогда не побеждали. Вот на 3-й год победили. Собрали всех лучших игроков, сыгранных. Ну и коллектив был хороший, вот и победили. На финале России получил лучшего бомбардира за наибольшее количество голов. Ну, не рекорд, но такое, ну, знаменательное событие для меня лично. Когда они появились с медалями, я сказал им сразу, что жизнь на этом не заканчивается, только это начало пути. Дальше все идет от человека. Если у них действительно есть большая самоцель попасть в команду мастеров, закрепиться в футболе, в спорте, то я думаю, им это удастся. Заслуженные на первенстве России награды стали еще одним шагом к мечте ребят. Ведь, став победителями этих соревнований, они выполнили норматив кандидатов в мастера спорта России. Дальше все зависит от них. Но как бы ни сложилась их дальнейшая спортивная судьба, они будут помнить, что азы футбольного мастерства приобрели в омской школе «Динамо».